Мы в супермаркете Lidl. Такие цены, можете посмотреть. Манго. Киви. Клубнику покажи. Ну да, я хотела сейчас. Сейчас пойдем. Яблоки мне не нужны. Лимоны. 69 центов. Пью цитроны. Бананы мелкие уж. Маленькие мини. Кстати, вот эти хорошие бананы. А ну-ка. Нет, это зеленые. Вот я вижу. Я вижу спелые. А ну, посмотрите. Что-то камера как-то... На камеру они как-то зеленые выглядят. Вот эти я возьму. Литочку. Так, зелень. Редиска. 59 центов. Лимоны не нужны. О, арбуз. Арбузы. 12 евро. 12,90. 12,90. Давно не было цен. Так. Помидоры. Помидоры. Так, картофель мне надо. Купились в Литле. Что, что мы купили? Стас, давай собирай, складывай. Хлеб. В аптеку не пошла, купили в Литле. Вот такой какой-то купили. На дно. Ты в одну сумку все тяжелое положила, ты закрыла все. Две прям? Два хлеба. Мясо купили, курятину. Это кстати, окорочок. Я умею выбирать мясо. Да, он выбрал есть хорошо. Схема. Слушайте, схему назвать магазин? Lidl. Ну, ты уже назвала. Спасибо. Есть схема. Они свежее мясо ложат назад. На самый низ. Наоборот. Сверху. А, свежее? Свежее. Свежее, да. Назад. Ну, а проветренное, наверное, чтобы быстро брали. Ну, это так. А Стас робить наоборот, дивиться, який я собі свіжик взяв. Это он суп любит очень с этих крылышек. Я ему варю картофель, морковь, лук. Ну, пассировку делаю. Крылышки с картофелем варю. И заправляю яйца вкусный суп. Яйца по акции. 12 штук яиц. XL. Ну, мелкие яйца. Яйца мелкие. Бананы. Бананчики взяли. Ну, это, кстати, тут очень хорошие бананы. Кстати, да, в Литле. Ну, в Литле вообще фрукты, овощи да, хорошие. И дешевые. Тут, кстати, бананы очень хорошие. Ну, вот да. Это. И взяли, сейчас вам покажем, один эксперимент. Один пакет взяли в Литле. Это Стас сказал, мне оно не нравится, ну, там оно подгулявшее. Ну, да, эксперимент. Какое мороженое взяли. Да, мороженого мы много едим летом. По 2 евро, кстати. Это я взял себе. Да, он эскимо любит, шоколадное. Потому что он не вредный, но... Лимонное, кстати, классное лимонное мороженое. Люблю. Шесть штук. Люблю лимонное. Что она так на камере выглядит? А? На камере по-другому. Так, надо было на дно картофель положить. Ну, я место выбрал. Так. Картофель. Сетка 3,50. Так хороший выбрала. На 35 евро, на 34 евро добавились. Я когда что сколько? Сколько сейчас картофель? 3,50. Ну вот эта сетка, 2,5, да. Ну это тебе. Кренделечки. Кренди. Ну руками не надо. Положи. А, сыр. Сыр. Это, кстати, немецкий национальный. Тяжелый, кстати. Кефир взяли. Ну кефир это хорошо на ночь. Да. Кефир это хорошо для гречечки. Для гречечки. Надо, кстати, со гречкой съесть. Вот это кефирчик хороший.
бутылку воды негазированной. Ну и дивіться, что я взял. Ну это эксперимент. Это такая, такой пакет. Это пакет, подгулявших продуктов. Да, по три, это пакет 3 евро. Ну это да. Я выбрал. А ну пока что. Я захотел. Дивіться. Виноград. Виноград. Ну, более-менее, кстати. Виноград. Виноград как виноград. Просто он тут сплошная акция. Виноград. Виноград. Абрикосы. Это не абрикосы, это персики. Ну, персики. Персики я с удовольствием. Вот такие персики. Ну, вроде нормальные. И чили помидоры. Я не знаю, дыри, они хорошие. Помидорчики. Наверное, или их богато, или что. Ну, можно перебрать их. И тут у нас яблоки и бананы. Ну, тоже бананы не черные. Яблоко мягкие, кстати. Это обычные пакеты, стоят в Лидле. Любой человек может взять. Да, да. По 3 евро. Бананы, ну, бананы нормальные. Портятся, что. Ну да. Ну, короче, такой эксперимент сделали. Попробовать. И чек у нас вышел на 34 евро. С копейками. И чек у нас вышел. Где у нас тут чек? Чек видно хоть? Видно. Сейчас я цену покажу. 34,53. Ну, не буду себе взял, Стас. Не газованную. Да. Не пятную или не газированную? Не газированную, да. Не пятную. Не пятную, не пятной нет. Ай, бля. Стас, не матюкайся. Так, давай корзинку задвигаем. У нас дождик. У нас дождь проливной. Вот в кои-то веке погода угадала. Прогноз погоды не соврал. По прогнозу вечером ожидался дождь. Вон там, смотрите, как видно небо. Да. Солнышко, закат. А тут все в дожде. Тут все в дожде. Какой хороший дождик. Отлично. Погодка радует. Может, кому-то дождь не нравится, но я люблю дождик. Отлично. Там пишут комментарии. В комментариях написали под вчерашним вечерним видео. Написали, ну, сегодня я читала их. Видео записываю сегодня, завтра оно опубликуется с утреца. Писали в комментариях, почему Стас в трусах. Во-первых, это не трусы, это шорты. Его бетроер, мы ходили к его бетроеру, это опекун. Он видел, в каких шортах он ходит. Я повлиять на это не могу. Он сам их себе купил, он сам их и носит. Он взрослый человек, ему не 5 лет. И указывать, как ему одеваться, я не вправе. Я могу вам его не показывать, но менять его стиль одежды я права не имею. Так что, кто пишет такие комментарии, я думаю, я вам ответила. У меня, кстати, моя розочка уже 4 цветочка. 4 цветочка уже распустилась. Вот это надо обрезать. Сегодня, наверное, обрежу. Это надо обрезать. И что бутончики вот будут открываться, она расцветет. Надо пересадить, честно, никак не могу. Посмотрите, какие цвета. Зеленый, какой насыщенный. Насыщенные цвета. Красота. Под такую погодку только спать. Только спать и наслаждаться чудесными снами. Хоть листья живут. У нас тут трасса рядом проходит. И как-то... О, и гром гремит. Гром гремит. Чудесно. Можете услышать. У нас тут трасса рядом проходит. И вот эта вся пыль, весь мол, вот эта трасса у нас седает и на балконе, на деревьях, на листьях. Благо, много деревьев. Тут двор у нас небольшой, но много зелени. Это хорошо. Оно поглощает воздух. Я сняла. Стасик пришел. Тут зрители за твои шортики возмущаются. Я им ответила. Ты ж, я ж не знімаюсь. А, и объясни зрителям своим, что... Ты в отпуске? Я на твоем канале в отпуске, а не на своем канале. Вот они мне пишут, я сегодня вкинул видео, они мне пишут, что...
Хто вилажує відео? Це не Стасик, це не Стасик. Я на своєму ютубі, я не в відпустку, на своїх підписчиках. Я на каналі Волчиця, в відпустку. А на своєму ютубі я не в відпустку, так що добро пожаловать. Так що Стас працює, бойте лица. Красивий дощ, там посмотри, какой дощ. А видно хоч в этом? Конечно, видно. А вот смотри, я Лолочку снимаю, посмотри, какая она на камере вообще чудесная. Посмотри, какие цвета. Я не знаю. Вот эту сними, вон. Так. А что я не знаю? Вот, посмотри, какая кроссовка. Какая тебе кроссовка. Надо пересадить. Можешь надо пересадить. А зачем? Нехай листья. Зачем? Сейчас панка может упасть, так. Что я делаю? Точно держишь? Да. Нехай листья чуть-чуть. Это. Да ее можно попшикать. Не надо, это ж дождь природный. Так вот. Главное, не урони. Так что вот так. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайки. Ну, объясни, что я на твоем канале в отпуске. Ну, я сказала, ты же сказала, не услышали. И это, что хочу сказать. Купили же вот этот пакет, взяли помидорки вкусные. Вон те помидоры, что мы показывали, очень вкусные. Да, Стас? Да. 3 евро пакет. А ты помидоры сколько? Пачка, наверное, 3 евро. 2 с чем-то. 2 с чем-то, я одни помидоры. Ну, вот эти персики, они вообще безвкусные, трава травой, зеленые. Хоть мягкие, хоть поспевшие, но трава травой. Дождик будет, хоть это дождик. Это надо для цветка. Это ужас. Красота. Ой, я так суши хочу. Кстати, она скинула фото, Диале суши, мы тоже так хотим суши. Да, да, молодцы, молодцы, молодцы. Да. Молодцы. Настя. Ну, багато зробили, Настя. Багато зробили суши. Ну, там, мы б с удовольствием поотведали. И красная рыбочка. Ну, с красной рыбы-то. Так, все, буду прощаться. Всем отличного позитивного настроения. Надеюсь, Стас не уронит Лолочку. Все, всем пока-пока.